Никита себе на Ой, ребята, тарелку какая положил вкусная кучу. рыбка. Не соленая. Ну, именно вот то, что надо. Вкусная? Папа, Положи где мне рыбку. сайк? Положи мне рыбку, пожалуйста. Сейчас. Какую тебе, Саша? Большую или мою маленькую? Мне вот эту маленькую давай. Все маленькую. Ну а что, Вот так большая. вот. Вот так она выглядит, ребята. Очень, наверное, И главное, вкусная. как она просто готовится. Ну, вы видели, да? Как ее распотрошить? Нож надо. Да ладно. Попробую. Обалденно вкусно. Миланочка, тебе надо рыбу, и никто не может Какая выйти. она нежная. Но я готовилась сколько? 30 минут просто и еще 10 минут с сыром. Вообще-то она быстро делается. Сейчас что-то упало. Хочу еще этот Тебя салат что-то упало. попробовать. Тебя что-то упало. Достаю я у тебя еще в старом году. А в новом? Буду доставать еще больше. Плохой прогноз. Милан, попробуй рыбку. Такая вкусная. Очень вкусная. Тебе понравится. Это дорогая рыба. Вкусная. Милана картошки наелась. Что мы еще не пробовали? Я хочу попробовать. Я хочу попробовать. Салат, кстати, офигенный. Никита, давайте я картошечку хочу. положу. Никита сам, да? Скажи, я сам знаю, что мне надо. Дай, пожалуйста, мне попробовать еще мясо. Нет, не хотел. Я хочу хоть вот это. Так, все, кушай. Я что ты не хочешь? Хотела это. Рыбу не будь? Что ты хотела, сынок? Миланочка, что тебе еще положить? Бутербродик еще будешь с красной икрой? А может, ты такую рыбку будешь? Ой, с рыбкой будешь смотреть. С красной. Ты такой еще не пробовала? Господи, что с икрой ест. Любит Милана у нас всю икру сразу съедает, а потом... А что ты говорила, надо принести? Какая вкусная рыба. Очень маленькая. Мне не нравится это. Ну, Никите не нравится. А нам нравится. Кавказская пленница, ребята, идет по. Почему? Как может не нравиться? Она вкусная. Ну, он же ребенок. А ну пробуй. Это может, шедевр. Даже ни рыба не воняет. Вот О. именно вот вкусно. А потом я попробую вот эту вот мимозу. Ну, давай. Никита решил попробовать этот Ты экзотический будешь салат? Салат. Ну, она, Милана, еще не по салатам. Она еще не особо любит салат. Ну, как говорится, первая прошла, вторая пролетела. Что ты еще хочешь? Ты не знаешь, что ты хочешь? А что? Ладно, можно съесть. Ммм, какая вкусная. Мяско, вот мяско. Ты же любишь мяско. Соленое. Ну, обычно мяско. Вот это соленое. Это Будешь? Вкусная да, рыбка, будешь? Кстати. Можешь попробовать. Будешь мяско? Ну, пока вот салатик. Ну, давай. Ну, картошечку положить еще туда? Картошечку, давай. Завтра как поедем к бабушке, да? Да. О, у нас они, сразу... Они так ждут. Господи, Папа. Как же любят они у бабушки. Папа, вот это что? Это перчик. Да. Тебе убрать его? Убирай. Не надо? Надо. Ну, это перчик, я его уже убрал. Так его ничего уже. Страшного, Никита. Это же все полезно пряность, для здоровья. Пряность. Бутербродик хочешь? Милана любит бутерброды Ой, моя хорошая, с красной икрой. Моя солнышко, кушай. Мне вот это не нужно. Что не нужно? Что не нужно? А, уже увидел горошек, перец, уже не, ему тебе, это не нужно. Тебе убрать его? Так а что тут такого? Ну, Никиточка, ну что ты меня не удивляй, пожалуйста. Заставляете ерунду заниматься. Ерундистикой. Я вот это не буду. Ну есть. Понятно. А пап кусай, папа потом доест, господи. Вот эти проблема потом какая-то. Давай, давай. Давай я уберу. Вот очень классный вот такой вот свежий салат, прям свежий. Да? Огурец дает свежесть. Да? Очень вкусно. Ну все, Саша, давай. 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 Все, мой хороший, я тебя поздравляю с... Ну, короче, с наступающим. С наступающим Новым годом, да. Я тебя очень люблю. И моя любовь с каждым годом все больше и больше. И моя тоже. Интересно.
И детей мы своих любим очень. Не знаю, как мы раньше без них были, да? Да. Что, салатика насыпать? Да, давай салата. Насыпать, да, у нас наложить. Везде. Суп насыпать, салат насыпать. У нас мы с Украины, у нас насыпать, все. У нас не накладывают, не наложивают. Может, привыкнем тогда? Нет, мы не привыкнем. У нас такие красивые тарелочки. У нас, конечно, стол очень маленький. Вот для нас нормально сейчас, а так... Если кто-то еще придет... А так маленький вообще. Ну, у нас другого стола нет. Так, себе тоже положи салатика мимоза. Я хочу, если честно, я уже... Я хочу хоть немножечко, чтобы ты попробовала. Конечно, но я всегда все пробую. Я же о чем и говорю. На каких-то праздниках я всегда все пробую, потому что... По телеку идет Иван Васильевич, меняет профессию, до этого была кавказская пленница. А, все, тихо. Нельзя говорить так об этом. Люда еще рыбу красную не доела, я уже свою рыбу красную доела. Да я доела, это я, Никита. Те маленькие два кусочка, которые я брал детям, получается, что мы разделили на четверых, и у нас еще осталось два стейка. А мы уже наелись. Реально, рыба именно можно наесть. Она очень вкусная. Очень вкусная. И салатик Саше очень понравился. Ой, мне такой тоже. Свежий, такой вкусный. Я когда прочитала вот это в корзинах, же должно да. в сырных, я когда прочитала состав, мне очень понравилось. Надо... Вот этот салат Саше очень понравился. Я когда увидела состав, то есть я сразу думаю, надо сделать, будет вкусно. Ну давай попробуем шубу. А ну пробуй, ой, шубу, господи, мимозу, пробуй. С корейской морковкой мне нравится. Так, вот это у нас что? Мимоза. Мимоза, а не шуба. Я сказал мимозу. Я потом исправил себя. Еще смешная ситуация у нас была. Я очень люблю, когда я, например, борщ сварю. А Саша говорит, ой, какой вкусный суп. Никита наш, я недавно борщ варила. Борщ он весь съел и говорит, не специально, говорит, ой, мама, какой вкусный суп. И Саша как начал смеяться. Потому что... Ну давай, пробуй. Вот почему я говорю на мелкую терку тереть, потому что она нежная. Да, я попробую. Эту очень нежность. Вкусный, очень вкусный. Эту нежность попробую. Ребята, я с вами поделюсь. Давайте открывайте ротики. Сыр добавляет такую нотку, молочную нотку. Ну, очень вкусно. Если бы во мне не было 100 граммов виски, ты бы получил по полной программе. Саша, это жесть какая-то. А так сочетается с ковром? Я сейчас сочетаю с лицом. Так, самое главное второй не раз. Потому что потом уже будет не смешно. Саша, сейчас после вот снимешь и будешь отбирать. Смотри, как красиво в кадре. Да давай ешь уже. Вкусно? Тает. Во рту, да. И это не баунти. Ой. Ладно, давайте. С Новым годом. На часах сколько время? Ой, полдесятого только. Полдесятого только? Да. А во сколько нового? 12? Ну что? Давай. Ну, будь здорова. С наступающим Новым годом. Ребяточки, вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Моя прическа немножко растрепалась. Я немножко растрепалась, но вроде как норм еще. Ну, только что мамочке своей позвонила, поздравила. Тут что-то я так замоталась за сегодня. Даже маме не позвонила. Моей? Нет, твоей не звонила, Саша. Ну, ты же звонила. А своей позвонила. Обзор стола. Чек. И красная. Люда сегодня пьет пепси. Саша, ты чего так? Так надо вот это вот поднять. Давай, поднимай. Ну-ка убирай, пожалуйста. Ну, блин, я просто не... Я в шоке. Точно. Я просто нормально... Я просто вижу, как оно там пристало. А, и как давай вот вторую это? Салфетку. Да как там, надо вот. Выметать или пылесосом? Ну, хотя бы пособирай, пипец, пожалуйста. Я в шоке. Ну, пипец. Я ж не знал, что она такая у тебя мимоза нежная. О, это у тебя виду. Руки, блин, уже, наверное, не работают. А что ты мне дал? И что мне, по кусочку пособирай, выбирать? Конечно. А что делать? Ладно, чё? Тогда не надо, завтра пылесосим. Здрасте. Чтобы его растоптал и утоптал в этот. Ковер? Пипец. Не надо говорить абсентную лексику. Все, хорош. Завтра поиграем.
Будь здоров. Да ты сейчас растопчешь и все, Саша. Будь здоров ты. Я не чихал. Так, а что ты мне говоришь, будь здоров? Так, а я, наверное, возьму бутербродик еще с красной икрой, потому что я еще ни одного не съел. Ой, не похож, ой, халтура. Что там? В чате. В чате? В каком чате? В детском. Господи, что мне спится? Что пишут? Да просто поздравляю с Новым годом. Зачем? Просто Надежда Владимировна. Mm. Надежда Владимировна, наша все. А ты даже мясо... А, ты мясо пробовала? Да. Вот так бутербродики разошлись. Ну, да. У нас еще красной рыбы нормально. Mm-hmm. Много осталось красной рыбы. Mm-hmm. Кстати, красная рыба очень нежная. А мы завтрак. Мы побрались комнату. Что-что? Пробрались комнату? Да. Тебе папа застегнул шорты? Конечно, а кто ж. А что не так? Ты такое худое, что вообще. Ребята, у меня уже прическа, я не знаю, что. Уже не мокрый эффект, как было раньше. Ну, короче, ребят, мы все попробовали. Реально. А этот? Когда будем? Кто? Потом. Мы будем уже сегодня еще? Естественно. А, то есть еще будем снимать? А, я думал, когда они ляжут. Что? Люда, я думал, когда они лягут спать. Ты что? Да, шучу. А, нет, уже, видишь, только с красной рыбкой. Бери с красной рыбкой. Рыбку попробуй. Нет. Никит. Никит кинула, и все. Все в меня. Вот так вот с детками праздновать. Это мой. Ножка. И сейчас будем есть тортик, да? Да. Люден медовик, который она готовила лично сама. Никому ничего не разрешала ей помогать. Сейчас будем пробовать. Никита, ты хочешь тортик? Садись. Что это за обезьяна тут у нас? Так вкусно пахнет. Ой, вот это. Идем. Может поставить фрукты на стол? Или не надо? Люда идет по делам. За тортиком. А мне, чего тебе? Чуть не упал. Господи, дай мне сил. Никита, дайте вас фотку. Классический Новый год, ребята. Так, отрежь. Покажи. Оценивальщик фотографии главный. Садись. Sit down, please. Садись, я тебя тоже так же сфоткаю. Никита, Милана, теперь ты так. У Люды есть Инстаграм, подписывайтесь на ее Инстаграм. В описании к видео есть. Так, где нож? Вот, пожалуйста. Мне не надо так делать, это скатерть, Никит, зачем? И вот вилку тоже не надо, это глупости. Так, выключаем звук, минимальный делаем звук. Минимальный. А если еще захочешь, мало тебя еще отрежу. Если ты захочешь, я еще тебя отрежу. Смотри. Смотри, как. Знаешь, как в этом, в анекдоте, еврейская мама делит тортик и говорит сыну ей, мама, ну я хотел два кусочка, а не один, так возьми свой, разрежь пополам. Ну как, дети? Супер. Вкусно? А ты себе какой? И завтра эту красоту мы забираем к маме. Ну давайте пробовать. Никита, а ты уже попробовал? Как ты оценишь этот торт? Это писюра. Как же дети ждали тортик, они прям так жадно. Там мы недолго кушали. Ну давай, Саша, тоже попробуй. Сейчас я оценю на вкус цвет, как говорит Руслан Гительман, аромат. Фух, пробуем.
Люда все сделала сама, вплоть от коржей до крема. Мы все видели. Ну да, в принципе. Кетчупа нет? Да. Я шучу. Ну как тебе, Никита? Супер? Лайк? Мама, как ты вообще делаешь такие торты? Как... Я тебе готов сделать комплимент. Торт божественный. Угу. Очень вкусный, да. Особенно я люблю, когда крем вот заварной. Ребят. Что там, клад ищешь, Милана? Очень вкусно. Да вот так, ребят, вот. Мы. Вот так вот мы и попраздновали. Ну, да, с семьей из 4 человек. Так что, ребят, в новом году, надеемся, также будете подписываться на наш канал, ставить лайки, как и в этом году, смотреть наши видео. Мы стараемся для вас. А вот эти вот видео, которые длинные, мы снимаем и для вас, и для себя, чтобы было что вспомнить. Это память, это наш видеодневник. А смешные видео всегда будут. Пока мы будем все вместе, смешные видео всегда будут. Все, ребят. Все, ребятки, мы на этой ноте прощаемся. С наступающим Новым годом. У кого-то может, наверное, не, Новый год. У кого-то Новый год уже наступил. Всем кто-то еще Новым ждет. Годом, да. Кто-то ждет, как мы еще, да. Так что, ребяточки, всех с Новым годом. С Новым годом, ребят. Новый с новым 2022. Год. 2022 Новый годом. Год. Годом тигра. Тигра, да. Кстати, это мой год, кто не знал. Да. Я в день тигра. Ой, в год тигра. В день тигра. В год тигра родила. Все, ребят. Всем хорошего Нового года!